Счастья, радости, профессионализма. Низкий вам поклон, творческих успехов, наступающим вас всех Новым годом. И пусть следующий год, год культуры, принесет вам, во-первых, экономическое благосостояние. Душой и сердцем на такой вот призыв сделать выставку «Цветы». Я вам очень благодарен. Я благодарен многим, кто помогал создавать эту выставку. Но в первую очередь вам. Здесь представлены работы и студентов, и дипломников, и выпускников, и очень известных мастеров. Представлены работы четырех городов: Самары, Сызрани, Димитровграда, Тольятти. Здесь представлено более 60 художников и 150 работ. Цифры сами за себя говорят, но цифры не были бы так озвучено, если бы не было бы, правда, радостно на душе, когда видишь разные подходы. Я бы сказал, это наш с вами обмен изобразительным языком. Я рад, что в этом языке появились новые ноты, новые подходы. Мы все разные. Мы здесь как-то друг у друга подсмотрим, порадуемся, перенесем на свои работы. Это взаимодействие и есть развитие художественного мира, художественного языка. Я желаю вам успехов творческих в наступающем новом году. Хочу вам сказать, что следующая часть проекта – это Адам и Ева. Об этом вы услышите дальше, на сайтах увидите. Я приглашаю к участию в этом проекте, а там посмотрим. Желаю в новом году наступающим вам здоровья и творческих успехов. И удачи. Спасибо. Те картины, которые будут выставляться на этих выставках. Поэтому интерес большой, и демонстрация их планируется по музеям Поволжья и примыкающие вот Поволжский регион. Это Волга-Кама и Уфан, может быть, даже. Как мы... Все зависит от того, как музеи поддержат этот проект. Но в любом случае он состоится и будет очень интересен. Как люди, художники Поволжья, смотрят на образ мужчины, жизнь, женщины, и вообще, как это может преподнести художник.
Всю концепцию я пока не смогу открыть, потому что там есть свои эти, как я говорю, булка, она вкусна своим изюмом, а вот как набить булку изюм, это уже другой вопрос. Это уже мы сделаем, и условия там будут, конечно, более требовательные, поскольку изображение прекрасных женщин, дам, детей и пожилых людей, все входит в этот проект. Он должен быть такой богатый спектр, иметь как данная выставка. По количеству работ это, наверное, будет меньше количество произведений, а по интересу будет аналогично.